В нашем городе проходит много разных событий, но сегодня необычное. В свадебном лофте Тирамису проходит первый в Санкт-Петербурге фестиваль тортов. Здесь все делится на две зоны, на детскую и свадебную. Каждый желающий может получить консультацию у кондитера и попробовать его лучшие торты. Праздник проходил весь день. Особенно интересно было маленьким детям. Для них работал настоящий фокусник. И почти у каждого была возможность стать его ассистентом. Креативное агентство поставили несколько фотозон, и можно было провести несколько мгновений в сладкой жизни. Из развлечений здесь был кукольный театр и розыгрыш призов. Ксения Лобанова, телешкола «Кадр».